Обещать не значит достроить. Два раза в неделю дольщики ЖСК 11-я ремесленная проводят пикеты и требуют от правительства Омской области выполнения обязательств. Дом почти готов, но въехать в него никто не может. Высокая степень готовности объекта – не гарант скорого новоселья. Вопрос заселения в этот дом обсуждается властью уже 3 месяца, но единого решения нет. В РИО губернатор Александр Бурков признается, что тратить бюджетные средства на достройку проблемных объектов нельзя, а в региональном Минстрое почему-то надеются как раз на эти деньги. Полная неразбериха, но крайними, как всегда, остаются люди. Как предполагалось ранее, что 3,70% нам выделяют бюджетные деньги, это в районе 53 миллионов, и 30% выделяют дольщики. Но дольщики уже эту сумму собирали. Эта сумма пошла на предоставление различных документов для того, чтобы полностью подготовить дом. На сегодня у нас весь пакет документов собран, и вот осталось только Смета. Смета тоже стоит 250 тысяч, и нам сейчас повторно с дольщиков собирать после уже вторичного собранных денежных средств очень тяжело, потому как дом очень много и пенсионеров, и инвалидов, многодетных семей, кредитованных вторично. Поэтому пока у нас существует проблема, но деньги собираются. На достройку данного дома по предварительным подсчетам, которые есть, по укрупненной смете, которая есть у дольщиков, необходимо 53 миллиона 180 тысяч. В многоквартирном доме 60 квартир, все 60 квартир реализованы, принадлежат дольщикам, поэтому данная сумма для дольщиков, наверное, не совсем подъемная. Дорожной картой предусмотрено выделение средств на текущий год, на завершение строительства, но в бюджете средств нет.